Всем привет, это канал Туман of Play, с вами Владимир, и мы играем в God of War четвертую часть, ребята. Продолжаем эпичное прохождение. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к горе. Так. А, ну здесь все закрыто нам сюда, и в принципе не надо ничего кидать, просто идем вперед. Так, а мы разве не можем просто телепортироваться? Что-то я уж забыл. Ну, наверное, нет. Ладно, пофиг, бежим как есть. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. Понял. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Ну, что-то всем уже собрался рассказать. А я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. Ого. Ну ладно. Пацан разошелся. Обидно. Давайте лучше телом займемся. И сразу гром и молнии. Это что, он все сделал? Грозный парень. Так, ладно, мы-то идем куда? Ну, нам куда дальше? Займемся делом. Тебе может не понравиться. Улучшение клинков хаоса и лука можно. Так, стоп. Недостаточно. Клинки хаоса можно улучшить. Отлично. Коготь. Может, тебе вместо меня обратиться к Броку? Давай улучшим. Успешное улучшение. Теперь надо в навыки перейти. Отлично. Красота, ребята. Сейчас вообще полностью улучшимся. Давай когтя улучшим. Шоковые стрелы наносят огромный урон от шока. Так, здесь проводник шока способен поражать большее количество целей. Пойдет. И последнее, это взрывы стрел света наносят урон от оглушения. Зашибись. Так. Теперь с клинками. Нажмите R2 во время бега, чтобы подпрыгнуть в воздух и нанести мощный удар цели. Цепями, точнее. Так. Да надо все развивать. Я думаю, это все прям надо развить. И пользоваться этим потом. Давай, берем. Все клинки сейчас. Все, будем клинками фигарить. Теперь щит у нас почти не развит, конечно. Ну ладно, мы сейчас добьем, получается, топор. А, уже не хватает, да? Ну почти. Почти на все хватило. Три раза здесь улучшить. Топор останется. Нормально, можно биться идти. Все, пока. Этот что ходит здесь?
Стреляй по нему. Сильнее. Блин, больно же так было, ты чё? Так, иди сюда поближе. Поближе не хватает ничего, никаких камней, все нормально. Ярости нет, ладно. Ладно, пускай так, сейчас отрыть, давай бей его уже, а. Добьем. Ну, мощнее я стал, чувствуется прям, прям сильнее, сильнее, мощнее. На. На этом все. Так, давай, надо подлечиться. Еще один кто-то пришел, да? Так, здесь можно он огненный, значит, надо топор взять и стрелы такие. Морозящий. Где он? Топор возьми. Подходи ближе. Ох ты гад, а. Нахуй. Да стреляй от этого, милый, просто надо его завалить. Вот и все. Зато опыта, смотри, сколько дали за него, нормально. Они думали, нас это остановит? Так, куда теперь? Так, свирепый оборотень. Эти оборотни выносливее обычных, кажется, умнее. Очень опасные твари. Хорошо, что моя тетива зачарована, а то мы могли бы не справиться. В оборотне, стоящего на четвереньках, очень трудно попасть. Надо все время быть начеку и не раскрываться для ответного удара. Ладно. Замочили, идем дальше. Серебра нам надают сейчас. Так, а нам сюда надо вообще, нет? Погоди. А, ну да, мы в принципе сюда-то и идем всегда, сюда-сюда. Стой, или мы здесь не были? Почему здесь сундук закрыт? Мы сюда не ходили ни разу, сейчас мы все тут откроем. Ну-ка, давай. Топор где? Давай. Стоп. Подожди. Да подойди сюда, чё ты... Чем? А как его сбить-то тогда, я не пойму. Я так жизни там потеряю все. Стоп, а чем? Чё я туплю? Клинки где? Клинки. Клинки быстрее, клинки. Клинками надо. Вот так. Есть. Все сгорит сейчас. Теперь топор. Топор поставь. Чё ты делаешь? Топор. Где топор? А, топор просто вернуть надо. Так, кидай. Все, вот теперь можем открывать. Отлично. Чары, легендарный предмет. Печать оружия. А, предлагаю еще открыть. Ну-ка, стрельни. А что не так? Почему нет? Ну-ка, еще стрельни. Вот, посильнее просто надо было стрельнуть. Надо все забрать здесь. Все, окей. Топор. Выходим. Ладно, хоть заметили, потому что я тут не был. Ага. Так, бежим дальше. Я помню, где нам подняться для того, чтобы прийти к горе. Сюда, ребята. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Ну вот именно. Важнее, чем вежливость. Взял, обосрал пацана. Мать бы не согласилась. Она не богиня. О, ребятки, здорово. Так, клинки, мне клинки надо. Так, Атрей, стреляй. О, хорошо, хорошо попадаешь. Ну-ка, дай-ка. Четко, четко, смотри как. Классный удар. На.
Вот этот сильный, кстати. Ну-ка давай, добьем его. На. Разобрался. Еще кто-то есть? Ну-ка. Может, дальше я ее понесу? Нет. Погоди, чего? Мы вот здесь открыть мы же можем. Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Понял? Ну ладно. Сопляк. Неси ее сам. Ты что дерзить начал? Пацан что-то дерзить начал в последнее время вообще. Так, а как тут открыть-то? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ну-ка вот эту швырнем. Так, ну-ка, что-то мне, ребята, здесь дается. Надо найти этот... Надо найти вариант, как тут пройти. Точнее, активировать вот эту... А, подожди, вон еще что-то наверху там. Ну-ка, топор. Тихо, 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 куда ты пошел? Топор. Да куда ты пошел? Сейчас ядом отравишься. Вот здесь, ну-ка посмотри-ка. А вот это уже интересно. Так, надо здесь что, надо клинки. Клинками мы все, сейчас все это разобьем. Дальше мы ее берем, этот сгусток энергии, идем куда? И бежим туда обратно, значит. Ну-ка, погоди. Я не попал. Надо прицелиться получше. Че, опять не попал, что ли? Да блин. Попади ты. Вот, все, теперь побежали. Быстрей. Быстрей, куда? 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 Вот сюда. Ну, стреляй. Есть. Так, эту штуку мы завели. Дальше куда будет? Получается, мы сейчас там ее подцепим. Но нам надо будет вот сюда ее переместить. Переместить буквально на чуть-чуть. Сейчас я ее отсюда забираю. 10 секунд пошли. 10 секунд идут. И мы ее перемещаем вот сюда. Так, отлично. Дальше куда? Дальше я где-то видел такую штуку еще. Вот. А, ну все. Тут все просто. Можно было даже сразу туда. В принципе. Готов. И сразу сюда бы забежали, что нам ее перемещать там долго. Открывай сундук здесь по-любому. Отлично. И нам дают взрыв Гефеста. Слабая руническая атака. Так, ну все, наверное, на этом. Дальше надо проходить просто. А, вот, мы вот этот долго открыть не могли. Ну-ка, давай откроем. Давай, раз. Еще повел. Давай, два. Двух ударов. Так, тайные комнаты. Мы еще нашли одну. Скрытая область открыта. Ну, значит, вот... Там еще одна валькирия будет. Давай вниз не будем. А хотя, подожди. Вниз, ладно, вниз не будем спускаться. Там мы ее все равно не убьем сейчас пока. Это что? А, это мы сюда зашли, все. Ладно, видишь, как научились открывать. Легко. Легко и непринужденно. Ну теперь нам путь только к горе. Прямиком к горе пошли. То подожди, что-то лежит. Аптечка, надо забрать. Хорошо, что я их оставлял вообще. Не все сразу съедал. А, вон ведро, я вижу ведро. Вот здесь, кстати, мы с обезьяной бились. Так, кто-то вылезет сейчас. Ой, черти такие-то пришли. Давай, 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 отрыв, стреляй тоже.
все легко, давай. Следующий. Тут много чего, как закрыть их портал нафиг. А, с двух сторон идет, смотри, что. Что-то их дофига. Что-то их дофига. Ну-ка, ну-ка, на меня он зацепился один. Пошел нафиг. Чертила. Да ладно, ладно, сзади, я понимаю, что делать-то. А че их так много, ребят, это что-то подстава такая. Прям подстава, реально, вообще, вообще, сильно, сильно, сильно. Ладно, хоть отрейс стреляет, хорошо. Так, эти исчезли. Все, надо аптечку взять обязательно. Кто это были такие? Выводок. Об этих существах я почти ничего не знаю. Они всегда нападают группами, но убивают их довольно просто. Убивать просто. Они безоружны, но могут отращивать острые шипы на руках и ногах. А еще они все время пытаются запрыгнуть на папу и задавить нас числом. Они могут нас отравить, а их атаки в прыжке особенно опасны. Ну, ничего, мы справились. Так. Если ты знал, что мы будем, зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас успеть в Йотунхейм? И проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Чё он всем рот затыкает, пацан, ты чё? Дерзоты объелся, что ли, не пойму. Ну-ка, давай откроем. Смотри себя богом возомнил. Понятно, что он бог, но не надо так дерзить, я не пойму. Всем подряд. Вон, мы наконец-то вот туда сможем пройти. Я помню, как мы тут все расчищали. Хочу сундук вон тот забрать. Только как? А как? Вот так сейчас пацан стрельнет туда. Ну-ка, давай стреляй. Тоже дело рукой. Во. Не попал. Тут что-то упало, но я не знаю. В принципе, нам это не помешает. Сейчас перепрыгнем просто, да и все. Посмотрим, что здесь. Отлично. Вон, увидел. Мы всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Ас. А зачем нам вниз? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Что-то пацан зазнается вообще уже. Зазнайка, посмотри, что. Батя его так не растил никогда. Так, дальше куда? Дальше сюда пошли. Мы нашли черную руну, она нам нужна здесь. Так, этот дерзкий здесь. Типок. Тор обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Все, он сам откинулся. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Так я сказал твоей матери перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик.
И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям. Каким? Откуда ты знаешь? Узнаешь, откуда, блин. Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Вот именно. Так. Ладно, пацан-то сейчас, понятно, отойдет, все нормально с ним будет. Пошли дальше. Нам сюда. Во, вот сюда надо стрельнуть. Здесь мы не могли в тот раз пройти. Теперь все окей. Ну-ка, читай. А, сюда камень надо вставить. Погоди, ну прежде надо разобраться. Стоп, давай-ка клинки возьмем. Свои самые любимые клинки. Давай, пацан, стреляй. Что-то стоит. Что у нас сейчас призвил здесь-то? Да пофигай. Волчару запускай тоже. Кто там еще? Так, они ядом нас нахлобучили. Надо аптечку с ручником, ребята, где-то взять. Ты чё, пацан, зазнался вообще? Не стой на пути. Я самый крутой. Короче, ладно. Надо ему будет потом рассказать, что так не надо делать. А какой камень-то? Вот этот забрать, что ли? А что будет, если я сейчас заберу? Ну, мы, в принципе, уже тут все открыли. Ничего, наверное, не будет. Мы сейчас его просто вставим туда, куда надо, и все. Давай, пошли. Сейчас читать будешь. Чтец. Давай, чтец, читай. Стрельни только сюда сначала. Подожди, стрелы синие. Читай. Ну. Итак. Погребение Фёглин. Фёргин. Мы свидетельствуем о погребении Фёргин из Йотунов, богини земли и деревьев. За красоту ее отплатили соблазном, за любовь измены, а за дар жизни отняли ее собственную жизнь. Она отправится на вершину и через мост туда, где гром никогда не найдет ее. Тор убил собственную мать. Она была первым великаном, погибшим от его руки. Что все это значит? Так, Тор убил мать свою. Понятно, идем дальше. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. А можно было по цепочке там залезть, по-моему. Мы же где-то цепочку тут скидывали, да? Или... А, нет. Сын! Так, тихо. Стреляй! Нифига он залез на него. Чуть совсем уже бесстрашный. Потерял страх. На! Нам надо аптечку найти, чё мы идём-то, как эти. Вообще бесстрашные. Давай, открывай. Сейчас глянем. Драук, щит.
Я знаю, что драугры не совсем безмозглые, но мне и в голову не приходило, что они могут додуматься использовать щиты, и похоже, им это нравится. Придется немного изменить тактику и поискать уязвимые места. Простыми ударами его щита не взять, а вот при пробитии блока L1 два раза подряд может выставить его, заставить раскрыться. Если парировать его атаку, он раскроется и пропустит ответный удар. Так, ладно. Этот зал, но нужен другой путь наверх. Щитом, короче, надо пробивать блок просто и все. Да кидай уже за пошлый. Ну. На, давай, тягай. Есть, вот и аптечка пошла. Так, кто тут? Атрей, давай-ка мочи-ка его. Давай, нормально вроде пошло. Хорошо, давай еще разочек. Что там? Тихо, 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 тихо. Что за дерзота там? Забыл, чему тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Нормально все. Так, давай вот туда стрельни. Не теми стрелами, вот этими. Так, а теперь синенькие стрелы, ну-ка. Вот и сундук. Отлично все, давай. Идем дальше. Смотри, есть вон там дверь, которую мы можем открыть, мы еще не открывали такую. А сюда можешь кристалл стрельнуть. Вот эту дверь надо открыть. Давай, раз. Два. Недостаточно, еще три надо найти. Три. Три. Все, погнали дальше. А, это тайная комната. Все, понял. Здесь опять вниз просят спуститься. А, давай не будем спускаться там. Опять эта валькирия. Не знаю, когда я ее смогу замочить. В принципе, посильнее стать, можно и разобраться с ними, со всеми. А, вот здесь... Здесь это надо клинками. Ну-ка, давай-ка. Все, супер. Заходим. Поехали на лифте, сын. Сейчас мы поднимемся на вершину горы. И доделаем дело... Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Все тебе надо знать. Ты говорила об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Много. Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ну, задолбал. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю. Что-то высоко едем вообще. Надо было пацану не рассказывать, что он бог. Так бы ходил себе по земле. Наконец-то прибыли. Ух ты! Так, ребятки, здорово всем. Нет, стой!
Здоровочки всем. На. Так, давай пока бить, пока они стоят. Надо пробежаться вот этих, которые стоят, всех прибить надо. А те, которые уже появились, с ними надо драться аккуратно. Давай, 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 пройти, дай мне пройти. Я вот с этими разбью, чтобы они не ожили. Кто еще там? На, получи. Так, нормально мы его осадили. Сейчас я подлечусь маленько. Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Да. Ну, и как все было? Легко вообще все было. Вот этот стоит еще, смотри, не двигается. Ай, блин, аптечку зря взял. Так, а что ты там делал? Где-то надо сгусток этот магии привести сюда. Откуда? Ну-ка, посмотри-ка вот сюда. Здесь что? Давай залезь наверх. И... Вот, цепочка как раз тут нужна мне. Ну-ка, и вон туда надо стрельнуть. Отлично, сундук. А, вот смотри, вот, вот откуда надо брать. Побежали. Только теперь надо сюда, наверное, перенести. Теперь отсюда забираем и погнали дальше. А куда дальше? Для чего он тут нужен? Я пока не знаю. А, вот, погоди. Не, давай, ладно, наверх заберемся, осмотрим. Так, что у нас тут? Что же у нас тут? Ну-ка, пацан, стрельни. Не понял. А, топор. Топор где? Да куда ты? Чё ты делаешь? Кинь туда. Топор. Ну-ка, зачитай-ка. Иди быстрее читай. Я пока тут разберусь. Подумаю, что нам дальше делать. Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих... Я уже устал от указаний, что мне делать. Спящее чудовище. Гора, кто следующий? Не буди его, сказали тебе, бля. Ярость, давай включай. Все хорошо будет. Стреляй еще луком ему. Тогда мы вообще его сейчас прибьем быстренько. Все. Канаем. Кана, ребятки, этому здоровичку. Так, еще два чувака были. Тихо. Где там? Атрей, стреляй. Ну, быстрее стреляй, пока я тут с ним борюсь. Еще давай не стреляем. Молния, нифига, все получится. Опа, этого тоже ломай. Пятого уровня уже, смотрите. Крутые пошли. Пошли.
хорошо. Получай, добыча, получай. Все, готов. Давай, кто следующий? Следующий кричит заведующий. Короче, вот это надо собрать. Сколько серебра много дали. А я только знаешь, что думаю? Как мне сюда энергию-то эту... Энергию эту сюда подправить? А? Как? Ведь тут, смотри, дверь, за которой что-то важное может быть. Но энергии не хватает здесь, да? Надо как-то сюда... Сюда добежать. Так, ладно. Давай вниз спустимся. Есть, конечно, вариант взять отсюда и ломануться вон туда, по коридору. Но не знаю, пока это получится так или нет. Идем сюда, надо немножко пострелять здесь. Так, вот эту штуку надо сбить. Где топор? И так надо было, что ты делаешь? Просто кинь туда. Есть. Надо стрельнуть теперь. Ах ты гад, ты посмотри, мощный какой. Сейчас разберемся с тобой. Готов. Так. И что мы имеем? Что мы имеем? Куда нам надо идти? Ну, наверное, сюда, по коридору. Сын, сюда. Ну, залезай. Или что надо сделать? Найди место из свитка. Мацагнир, владыка людей и зверей. Я явился сюда, дабы узнать, разгадал ли он секрет создания легендарной брони. Но нашел лишь горе и смерть. Я оставляю эти дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Ага, а как найти место-то это? Стой, а я где-то видел такое место. Это где крутилки там были? Ну-ка. Ладно, поищем. Так, куда в итоге мы пришли? Бой! Стой! Где? Где? Что там стоит? С кем он бьется уже? А, вот здоровячок пришел. Древнего надо мочить. А, стой, я забыл, этого не так мочить надо-то. Это же древний у нас. Топор надо. Надо топор. И ему в грудак надо кидать. Давай, открывается когда он. Да, лови. Да что ты не кинул? Не, он так меня сейчас прибьет. Так неинтересно. Откройся. Есть. Брат, слева! Топор. Так, это что такое? А, я в него кинуть смог. Я уже кинул. Попал? Не попал. Мне сейчас будет очень больно, и аптечек тут больше нету. Ну-ка, подожди. Осторожно, сзади! Понятно, дай-ка я пробегу, может, где аптечка валяется. Сейчас он ко мне прибежит сюда. Так, где он там? Ну давай, открывайся. Есть.
сука, толку-то? Так, а чё не так-то? Может быть, оно у меня сейчас оживит, но этого мало будет. Надо, короче, как-то умудриться выжить. Здесь мало жизней. Погоди. Куда можно кинуть? Давай спасемся. Так, надо кинуть. Ну-ка, Атрей, стрельни. Может, мы свалим от него, а? Это что такое? Зачем? Зачем открылось? А, он на меня бежит. Тихо, тихо, тихо. Все, я понял. Вот эти надо было не сбивать. Топор где? Где топор? Сейчас мы в него швырнем. Где он идет? Ну-ка, давай. Ай, кидай. Кидай, быстрее. Есть, попал. Ну, только толку. Только толку мало совсем. А если в него просто кидануть, а? Получится, нет? Я в него не попал. Слушай, правда, если в него кидануть, это штука. Ну-ка. Нет, 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 не так как-то. Почему-то хочется в него красную штуку эту кинуть. Брат, нет! Так, ладно, давай сюда, еще разочек. Пошли! Второй подход. В атаку! Сын! Он его сейчас разбудит просто и все. Так, давай, давай, давай. Сейчас он кинет. Вернее, я в него кину топор. Давай. На. Хорошо попал, кстати. Делов-то. Надо, главное, четко попасть. Ох, нифига себе. Тихо, 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 не торопись. Есть. Хорошо попал в этот раз. Топор. Давай еще. Промазал. В этот раз промазал. Давай, надо четко просто попасть в него. Не попал. Зато он в меня попал. Есть, попал. Только жизни мало уже. Жизни мало совсем. Блин. Давай еще раз. Мимо. Что он бьет очень круто. На. Ты замедлился. Где аптечку-то взять? Ну давай, кидай в него. Попади. Я попал, только что толку-то? Слушай, а я, по-моему, его прибил. Красота, наконец-то. Смотри, их сразили боги. Сердце древнего. Обломки древнего. Мы что-то набрали всякого-всякого барахлишка там. Топор. Так, ладно, все-таки мы его убили. Получилось, хорошо. Прям вообще радости. Хоть отбавляй. Так, а что не забирает? Почему? Что-то лежит, он не хочет забирать. Вверх дном чаши 5 из 6. Так, пройдем тут. Аптечку обязательно. Что-то с аптечками совсем дефицит стал. А, здесь клинки.
И откроем, посмотрим, что же там. Мифическое оплечье ясности. Так, ладно. Дверь. Похоже, я брошу все дела. Кое-что тебе может не понравиться. Давай-ка обнови мне что-нибудь, а? Так, топор не могу, клинки пока тоже не могу. Может, тебе вместо меня обратиться к Брок? Колчан когтя. Ускоренное восстановление стрел. Давай-ка улучшим. Будет вообще быстро стрелять. Ну, можно улучшить, но смысла я не вижу. А, подожди. Так можно одеть мифические оплечья вот эти. Ну-ка давай, как одеть? А как одеть? Почему он не одевает? Броня. Ну-ка, подожди. Вот. Уже куда лучше. Так. Что там еще есть? Ладно, пока больше ничего не надо. Ну все. На этом все, ребята. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока. И пойдем в эту дверь вскоре. Пока-пока.